Так как мы сегодня уже практически сделали сериал с тобой, просто замечательный, по-моему, шикарный сериал, мы должны закончить, вот, собственно говоря, вот тем, с чего вы закончили тогда с Дмитрием Гордоном. Помнишь, ты пообещал в конце, что если бы была гитара у тебя сейчас, то ты бы спел что-то вживую, акапельно, под гитару, ты сказал, ты бы спел Высоцкого. Но ты же понимаешь, что я не могла не приготовить гитару. Мы две гитары нашли, ты можешь выбрать себе любую. Давайте маленькую. А этот... Высоцкого ты хочешь? Ну конечно, давай. Я шучу, я такое делать не буду. Ну вот с ума сошла. Давай сделаем приятно Ветровичу, давай споем Высоцкого, чтобы он порадовался. А кто такой Ветрович? Ты не знаешь? Тебе будет приятно. Погугли после программы. Он сказал, что Высоцкий, Цой и Булгаков — это щупальца Москвы. Ох. Щупальца Москвы, да? Высоцкий, Цой и кто еще? Булгаков. А почему? Ну, я думаю, тебе лучше у него это спросить. Она расстроена. Эту? Давай эту, давай попробуем. Давай. Слушай, у нас же прямой эфир, мы сейчас тянем время, сейчас будут вас ругать, наверное. Не-не-не, да? Ну ты же понимаешь, что без песни мы тебя не отпустим. Белый снег, серый лед. Как там дальше? На растрескавшейся земле. Слушай, мне это стыдно очень. Сейчас стало бы уже сейчас такой красный. Не, ну секундочку, давай с того, с чего начинали. Я тебя на слабо, как ты Таяну. В прямом эфире. Без фонограммы. Сейчас, подожди, я просто, ну я такой гитарист еще великий. Если бы ты дала мне пианино, то... Да если бы ты сказал, мы бы притащили. Прям притащили? Конечно. Ведь. Ну а я говорил про гитару, да, ты бы да. притащили. Как же эта песня поется, сейчас я вспомню. Я расчинаю, как же это? Господи, забыл все песни с перепугу. Ну я и гитара, это, конечно, сильно. Такой грушевский фестиваль. Это же там... Господи. Олеся, я вспомнил сейчас, почему я не могу спеть. Я отвык петь бесплатно. За деньги поет сердючка. Андрей Данилко может спеть, подарить что-то телезрителям, вот нашей многомиллионной телеаудитории? Скажи, один куплет и припев. Я могу, друзья, подарить только воздушный поцелуй. Будьте счастливы, приходите на концерты. И я хочу обратиться опять же. Вы мне, пожалуйста, простите за ту ситуацию субботнюю, которая произошла. И Таяна, и ребята, которые там, мы так поскандали. Все, я думаю, вы хорошо, как модное слово, хайпанули от этого всего. Все-таки мы живем в одной стране, там Миша Ясинский, этот Саш, как его? Кожиян. Кожиян. Я думаю, что надо друг друга простить. Будьте счастливы. До скорых встреч в эфире.